Московская область богата интересными, талантливыми в различных сферах людьми. Скульптор по металлу Андрей Волков – один из них. Он живет неподалеку, в деревне Дракино, и там же, в мастерской, создает уникальные по красоте, манере исполнения и внутреннему содержанию произведения. Остановка, поцелуй в лифте, воспоминания, улица в провинции – это истории, воплощенные в металле. В руках Андрея Волкова обычный лист стали превращается в замысловатые скульптуры, которые притягивают взгляд зрителя и оставляют после себя неизгладимое впечатление. То, что я сегодня увидел, это, скажем так, полный космос. Это до такой степени интересно, изящно, высоко художественно, что даже трудно представить. По мнению Александра Куликова, экспозицию стоит посмотреть дважды. Один раз, не читая название скульптур, которые дал автор, и второй раз, ознакомившись с ними. Это даст возможность по-разному увидеть и понять одну и ту же работу. Филигранная техника, фантастически интересные образы. Я говорю, вот многие бы произведения я как-то по-другому назвал, но это означает только то, что автор дает нам возможность самим думать и самим наслаждаться этим замечательным совершенно творчеством. Автор выставки умеет подмечать мелкие детали во всем. Для него важен каждый штрих. Эта способность позволяет Андрею Волкову создавать работы, которые будоражат мысли, заставляют задуматься, почему автор решил изобразить эту картину, что он хотел показать, какие эмоции вызвать у зрителя. Всегда по-разному. Иногда просто из жизни видишь, как вот идет по улице какая-то грустная старушка, как с палочкой, и сразу соображаешь, думаешь, вот какая у нее жизнь была, наверное, была когда-то, бегала на танцы, комсомолка, все прочее. Ну, жизнь как вот со всеми с нами. И вот мне хочется как-то изобразить ее. Это уже третья выставка Андрея Волкова в нашем городе. Предыдущая была достаточно давно, более 10 лет назад. Поэтому многие пущинцы впервые открыли для себя творчество скульптора. Те, кто уже знакомы с работами автора, воспользовались предоставленным случаем и пришли получить удовольствие от разгадывания смыслов композиций Андрея Николаевича. Прекрасная выставка, конечно. Я уже не первую видел выставку Андрея Волкова. Это, я не побоюсь этого слова, это гениальный художник. Во-первых, и темы, конечно, у него такие действительно проникновенные какие-то и доходчиво сделаны, решенные для зрителя. На выставке представлены 22 композиции Андрея Волкова в технике художественной сварки по металлу. В планах у мастера еще не одна персональная выставка. Работа над созданием новых скульптур идет постоянно. Так как автор не лишен самоиронии, о творческом процессе он говорит так. Где-то отрезал, что-то приварил, снова отрезал. Где-то постучал, там чуть-чуть получается. Но не всегда это выходит. Делаешь целый день работаешь и думаешь, ё-моё, какой же я талантливый человек, как у меня все классно получается. Ну вот, а потом на следующее утро приходишь в мастерскую и думаешь, чему ж ты, старый идиот, радовался вчера. Все это выкидываешь и делаешь по-моему. Но это ведь не только у меня, и у вас также, у всех творческих работников. «Стремлюсь вызвать скульптуры смех и слезы». Эта фраза принадлежит Андрею Волкову. Действительно, оставаться равнодушным, увидев экспозицию, крайне сложно. Составить свое мнение о творчестве автора может каждый пущинец и гость города. Достаточно прийти на выставку. Она проработает в Доме ученых до 24 марта. Анна Лихачева, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.